11-й Рамис, 6-й Винтра и 2-й Иван Лопес. Полузащита здесь 11-й Моралес, 25-й Хосе Мари, 24-й Симао и Хуан Фран. Это передача. Ах, как здорово! И Мариньо выручает свою команду. Создают моменты Лос Азулонес. Диего Кастро была великолепная возможность. Какую передачу ему отдал Пабло Сарабия. Сити. Подает Леванте. Иван Моралес у мяча. Передача. Удар. И вот вам гол. Пожалуйста. Стандартное положение. Да. Как же так? Гуаита не дотянулся до этого мяча. Так, перевесив всех в воздухе. Идеальное, конечно, попадание. Точно в девятку. Ну и подача хороша. Никто не мешал при этом. Игроку Леванте. Абсолютно без сопротивления. Виктор Каса де Сус. Это уже 8-й гол в сезоне.